Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов. Фигурный сосуд. Доклассический период. Сотый год до нашей эры. Глина, высота 29. Распространенным видом керамических изделий протоклассического периода истории Мезоамерики были сосуды, смоделированные в виде фигур или голов животных. Шейка емкости, найденная на территории штата Чиапас, выполнена в виде раструба, а ее тело имеет форму головы обезьяны с рельефными чертами, выпуклым лбом, выступающими скулами и надбровными дугами, зернутым носом с большими ноздрями. Рот животного широко открыт. Мочки ушей декорированы цилиндрическими вставками с отверстиями в центре. Возможно, присутствие традиционных украшений показывает божественный статус персонажа. Знак «обезьян» в кавычках фигурирует в календарной системе майя. Облик данного животного, часто появлявшегося в мифах народов этого региона, принимают некоторые божества. Вот такое описание к работе «Фигурный сосуд», «Доклассический период», «Сотый год до нашей эры», «Глина» я нашел в интернете. Текст по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания, всего хорошего, до новых встреч. До свидания.